Сообщения о нападениях бродячих собак на людей, опубликованные в интернете. Володин помогает вам решить проблему собак. Председатель Государственной Думы помогает вам решить проблему с собаками в Саратовской области. Еще более убогую систему власти придумать просто невозможно. Ладно, я серьезно, друзья. Послушайте, то, что вы сейчас пиаритесь на теме решения проблем бездомных животных и по телевизору рассказали о том, какие вы молодцы, для меня, конечно, это просто шок относительно реальной ситуации. Потому что в реальной ситуации, конечно же, проблема не решена и решена не будет. Между тем, есть обратная сторона этой медали. Я тут посчитал, по этому закону 189 рублей умножить на 30 дней вы на каждую собаку выделяете в месяц, ну понятно, что идет какая-то там текучка, но все равно, да, вы же какое-то место определяете, финансируем все-таки на месяц, 5800 рублей. Мы сегодня с вами рассматривали инициативу, указ президента Путина, по которому каждому ребенку, который живет в семье, существующая на величину выше прожиточного минимума, на каждого ребенка от 3 до 7 лет выделяется 5095 рублей. Вы на ребенка, на его существование выделяете денег меньше, чем на собаку. Вот ваше истинное лицо, вот ваша истинная сущность. 5800 на собаку и 5100, грубо говоря, на ребенка. И это не считая транспортных расходов, потому что собаку вы должны взять, вы должны ее стерилизовать в этом приюте, значит, для животных содержать, и потом на обратное место вывезти. То есть 250 километров в одну сторону, 250 в другую сторону. Ребенка вы никуда возить не хотите. К нему медицинская помощь не приедет в район, в село. Школы там нет, вы ее закрыли. А как ему в школу ездить за 10 километров? Пусть родители возят. И в больницу сами привозите. А дорог нету. Вы асфальт туда не проложили. Животных вы даже возить готовы, выгодно, видимо, для вас это, да? Хорошая кормушка для вас. Транспорта нет для детей, дорог нет для детей. И в конце концов мы с вами приходим к разбитому корыту, что вы на протяжении последних 20 с лишним лет каждый год рапортуете о том, как вы будете решать проблему с бездомными животными. Вы даже проблему с собаками решить не можете. Что говорить о глобальных вопросах? Какие к чертовой матери созидания и взятие каких-то высот там, достижений, прорывов? Какие прорывы к чертовой матери? Вы собаками вопрос решить не можете. Thank you.
Водитель мотоцикла около 9 часов вечера двигался по улице Жуковское шоссе. Внезапно на проезжую часть выскочила собака. Мужчина не успел отреагировать и наехал на животное, после чего потерял управление над своим транспортом и перевернулся. Травмы, полученные при падении, для мотоциклиста оказались смертельными. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Девушку, которая была пассажиром мотоцикла, с различными травмами доставили в больницу.
У мужчины, которого укусила бездомная собака, была зафиксирована гидрофобия. После инцидента он не обратился к врачам и не получил прививки от бешенства, что привело к трагическому исходу. Падение собаки, укусы даже с последствиями смертельными, это не есть экстраординарная ситуация. Светлана Александровна, вот вы у нас юрист общественного движения «Будь человеком». Скажите, пожалуйста, какие аргументы вы можете привести родителям ребенка, которого загрызла стая бродячих собак? Жизнь такая, что люди умирают.